Всем привет! Хочу показать в сравнении. Посадила в этом году цукини под названием зебра. Выглядит это таким вот образом. Вот один. Ну, там еще несколько выглядывает маленьких. Ну, вот и все. И покажу, да, это кабачок, и покажу другой. Посмотрите, какая прелесть. Это, кстати, букетного типа. Я постараюсь сажать теперь только такие. Ну, красота, просто красота. Название сейчас скажу. А вот в компостном коробе. Называется кабачок Генри. Такая прелесть. А в компостном коробе тоже один. Ну, хорошенький, но один. Блогеры ругают. А еще у меня здесь картошка очистки. Ну, вон, видите? Растет. Посмотрим, что получится. Специально не сажаю, но почему бы и нет? Вон. Что-то выглядывает. Что-то вот есть. По вкусу не знаю. Посмотрим, сравним. Но пока мне Генри нравится больше.